Продолжаем. В Кабардино-Балкарии прошел очередной профилактический рейд «Бахус. Водитель без прав». На этот раз сотрудники госавтоинспекции основное внимание уделили столице республики. В рейде по Нальчику задействовали 24 экипажа дорожно-патрульной службы. Проверка длилась с 6 вечера до 2 ночи. Основная задача – исключить из общего потока транспортных средств водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. В городе Нальчик с начала года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения, при которых погибли 2 человека и ранение различной степени тяжести получил 1 человек. Минувшей ночью на дорогах Нальчика были задержаны 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В целом по республике нетрезвых автолюбителей выявлено свыше 30. Завтра рейд «Бахус. Водитель без прав» будет продолжен.